Вся прелесть субботнего утра в том, чтобы проводить время не так, как обычно, и не думать о работе. Прекрасным стартом для нового дня может стать неспешный завтрак с французским колоритом. Самый простой вариант завтрака по-французски – купить круассанов в соседней булочной или приготовить омлет. Но если приложить совсем немного усилий, можно побаловать себя и своих близких вкусным французским блюдом. Поджаристыми тостами с фруктами, медом и сливочным маслом. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. 1. Взбейте яйца с корицей, ванильным экстрактом, сахаром и сливками. 2. Разрежьте круассаны напополам и окуните в яичную смесь. 3. Дайте булочкам пропитаться несколько минут. 4. Обжарьте круассаны на сковороде в сливочном масле. Ставим лайк и подписываемся. 5. Подавайте французские тосты с сиропом или медом. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. А теперь ингредиенты. Круассан 8 штук. Яйцо 5 штук. Сахар 2 столовые ложки. Корица 2 столовые ложки. Ванильный экстракт 2 чайных ложки. Масло сливочное 1 столовая ложка. Количество порций 8. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Всем пока!